Модель не катается по прямой, стартует оттуда, откуда остановились. Итак, старт. Роман проспал старт. Плохотник, очередной маневр по опережению Романа. Прыгнул он сверху на его модель, но оба они продолжают борьбу. Роман первый, Плохотник второй, Малышка третий, Пламоденов четвертый, Грибов пятый, Малышев шестой. Так, и продолжается. Это королевский класс 10-го масштаба, багги 4WD Modifit. Здесь собрались лучшие пилоты, у них титулов всевозможных российских на всех, наверное, ну, наверное, все соревнования, которые когда-либо выигрывались, выигрывались одним из этих ребят в России, в современной истории. Итак, Роман Ларкин, многократный чемпион России, первый, ошибается Плохотник, но не так много теряет. Третий Малышка, четвертый Пламоденов, пятый за ним идет Грибов Дмитрий. Отставание между лидерами уже составляет 3 секунды 2 десятых. Ошибается Георгий перед засечкой, но теряет не очень много, и он идет впереди Дмитрия Грибова. Этот финал у нас проходит гораздо в более спокойной атмосфере. Все согласны с тем, что Роман первый. В нашем случае Илья Плохотник старается что-то противопоставить этому, но пока у него не очень сильно это получается. Между ребятами 2 секунды и 8 десятых. Последний круг. Роман прошел на 4 десятых быстрее Ильи. Дмитрий Грибов в непривычном для себя амплуа кругового пропускает Романа уже на круг и продолжает свою борьбу с Георгием Пламоденовым. Итак, первый Ларкин Роман с отставанием в 3,5 секунды. Плохотник Илья, Дмитрий Малышка у нас третий. И его отставание уже достаточно велико, более 5 секунд от Романа и порядка полутора секунд от Плохотника. И вот здесь-то как раз, может быть, и разобьется вся самая главная интрига сегодняшнего дня в этом классе. Кто же будет все-таки вторым по итогам этих соревнований? Потому что Роман в великолепном стиле проигрывает это соревнование, выигрывает, вернее. Ошибка Дмитрия Малышка, и интрига вновь повисает в воздухе. Ничего особо интересного не происходит. Ошибка Плохотника. К нему подъезжает Малышка, но Малышка тоже ошибается. У нас минута 40 до окончания заезда. Ребята уважительно с паритетом едут, как вот стартовали из первого поворота, вышли, так и едут. Малышка в очередной раз ошибается. И уже Дмитрий не так много везет Грибову и Пламоденову. Пламоденов тем временем подсидел все-таки Грибова и вышел на четвертую позицию. И вот она борьба. Ох, никакой борьбы. Но, может быть, все-таки борьба? Нет, никакой борьбы. Дмитрий много ошибается. И Георгий уже на хвосте у Дмитрия Малышка. Один поворот отделяет двух ветеранов российского RC-движения от борьбы друг с другом. Уже менее одного поворота. И Георгий накатывает. Ошибка от Малышка. Пламоденов третий. 5 seconds to drive. Скучно и неинтересно. Позор, ребята. Ну хоть кто-нибудь что-нибудь сломайте уж наконец-то.
раз вы не хотите друг с другом бороться. Итак, у нас 5 секунд до финиша. Мы ждем на финише победителя сегодняшних соревнований Романа Ларькина, потому что он выиграл первый финал и прекрасно завершает второй финал своей убедительной победой. Все финишировали. Ребята, спасибо за борьбу.